Словец их благоволение. Такими словами, возлюбленные во Христе, дорогие братья и сестры, небо возвещает радость всему страждущему человеку. Ибо в эту ночь исполняются слова Отца Небесного, который сказал, что придет время спасения Адама и Евы и в лице всего человечества. И эта ночь святая, тихая, радостная, она дает человеку возможность уразуметь ту историю спасительного промысла Божия, о котором является самый главный смысл человеческой жизни. Игнатий Брянчанинов в своем слове свидетельствует, что настолько в мире было тишь и блажь в эту ночь, что даже пастухи услышали ангельское пение. Это действительно радость, это действительно милость Божья, которая дает человеку возможность радоваться не только земной, но уже блаженной вечной жизни. Сегодня мы видим, насколько стал Бог близок к человеку. Ибо в Ветхом Завете сказано, что Бога никто нигде же не видел. И это действительно так, потому что было явление Моисею в купине, было и другим пророкам видение, веяние ветра и в других каких-то обстоятельствах жизни. Но здесь Бог-человек нисходит на землю и спасает человеческий род. Не каждый человек может вникнуть, постигнуть эту тайну, ибо как тот, кто не вмещается в сотворенном мире, может вместиться в девственной утробе? Как тот, которому повинуются ангелы, он повивается пеленами? Как тот, который находится во славе и служит ему все небесные силы, он полагается в яслях вместе с животными? И только тот человек, кто действительно осознает свое недостоинство и видит милость Божью, тот может воспринять всем сердцем своим ту великую тайну и то великое событие, которое совершилось в эту ночь. Ночь тиха, святая ночь, ибо Бог посылает своего возлюбленного Сына на спасение рода человеческого. Он посылает через Пречистую Деву, которая явилась действительно честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим, которая своих детских лет научила молитве, терпению, за что ей прислуживали ангелы. И она вас сама свидетельствует в Благовещении: «Да будет мне по глаголу Твоему, потому что презре на смирение рабы свои я». Но мы видим и другое необычайное событие. Ангели служат. Старый Иосиф, обручник, который является действительно одним из тех людей, который удостоился видеть события Христа Спасителя. Это велика тайна, и он сам постоянно был в недоумении, когда хотел отпустить Божью Матерь, увидел, что она не праздна. Он видел множество тех событий, которые Господь не каждому человеку открывает и дает возможность. Судя по истории Евангелия, по жизни Иосифа Обручника, он удостоился быть мнимым отцом Иисуса Христа. Быть отцом не только Иисуса Христа, но всех живущих во плоти здесь на земле. Ибо удостоился великой чести иметь на своих руках Творца и Спасителя мира. Слава Вышних Богу и на земле мир. То есть Небесный Отец посылает свое небесное благословение на землю. И впоследствии Спаситель мира, Христос, учит нас: «Отче, иже еси на небесех,
да святится имя Твое, то есть Отец Небесный через Своего Сына Духом Святым открывает нам Живоначальную Троицу. Мы становимся уже не детьми греха, а сынами Божьими, поэтому благовествуется этот мир и радость на земле. Но что же приготовило человечество для своего Спасителя? Вертеп, ясли, ибо не нашлось места даже в доме, в то время, когда переписывался народ Израиля. И когда пришло время родить Пречистой Деве, они нашли пристанище в убогом сарае, где не было ни света, ни каких-либо удобств. Становится страшно, когда мы задумаемся: Боже мой, до какого человеческого снисхождения раба нужно было Богу унизиться, чтобы тот, который управляет Вселенной, тот, в которого власти все, он рождается в сарае, рождается и ложится в ясли. Тот, кто повивает небо облаки, кто дает земли плодоношение, украшает цветами, он пеленается пеленами, как человек. И я думаю, что не сегодняшние мягкие были пелены, а были пелены, если они вообще-то были. Приходилось, наверное, брать какие-то тряпки для того, чтобы сповить Богомладенца. Но ничего не мешает и нам сегодня по призванию Его, чтобы мы свое приготовили сердце. Сердце плотяное, сердце, в котором может обитать Бог. Сердце, в котором рождается благовестие, в котором возлягает сам Спаситель мира. Сердце, в котором совершается тайная вечера. В сердце, в котором непрестанно пребывает Бог любви, который дает эту любовь и излучает через нас на весь род и окружение наше. Поэтому, дорогие братья и сестры, Христос рождается не только 7 января или 25 декабря за старым календарем. Он рождается тогда, когда мы стремимся к Нему. Когда мы видим этот Вифлеемский свет, когда мы слышим ангельское пение, церковное пение, сложенное пение, которое всегда нам напоминает, что мы здесь пришли в гости, и что уже пришел наш Спаситель, который берет нас за руку и ведет к Отцу Небесному в обители пристани Царства Небесного. Поэтому и мы удостоимся не только в эту ночь, а в каждое мгновение слышать ангельский глас: «Слава Вышний Богу, и на земле мир, в человецах благоволение».